Вот же ж они, часы старт. Второй московский часовой завод. Смотри, сейчас приближаю. Видишь? Час 3D. Сделано в СССР. На 17 рубиновых камнях. Вот видишь, я там уже замазкал, конечно, чуть-чуть циферблатик. Редчайший. Редчайший алюминиевый корпус. Самый настоящий. Вот это еще... грязючка и окисление вот этой всей грязи тоже лет 50, так же самое, как и этим часам, ребятульки. Смотрите, в истинном сохранении, ничего не убиралось, ни грязь не протиралась, все вот как капсула времени, как зашли мне, так от меня и уйдут в умелые руки. Это, пожалуй, купит у меня какой-то реставратор, какой-то дяденька, который коллекционирует часики. Посмотри на эту шкалу. Видишь, оно все золотом покрыто. Какой вот нереальной красоты циферблатик. Видишь, то ли бронзовый, то ли я дальтольник. Непонятный цвет, такой вот хамелеончик. Сейчас я тебе еще покажу механизм. Смотри. Оп! Ты видишь, 17 камней, он еще значок 2М, а вот, ты видишь, смотри на маятник, им, блин, 70 лет, в конце концов, а какие живучие, а знаешь почему? Потому что это самый качественный советский продукт, часы старт, это редчайшая модель, выпускалась для состоятельных советских людей, не для обычных рядовых, а для состоятельных, повторюсь. Ссылочка в описании. Сейчас я их аккуратненько собрал, я их уже сделал тут чётенькие фотографии, такие, что можно просто с ума сойти. Сейчас вот попробую тебя потемнее сделать, видишь? Огонь. Красавчики. А вот эти стрелочки, ты видишь, как минутная стрелочка этот подогнутая. Класс. Так, как же ж вас называют этих коллекционеров часов? Собиратели, коллекционеры, Астарт. Ты видишь, как написано? Прописными. Это тоже имеет значение. Переходи по ссылочке, если ты вдруг у тебя не получится ее найти, можешь мне позвонить, или написать, или забронировать, или вообще выйти как-то на связь. Я тебе по-быстренькому их продам. Без претензий и возвратов.